В рамках декады НКО более 30 димитровградских общественных организаций проведут в городе различные мероприятия. Встречи пройдут в учреждениях образования и культуры на главных площадках города. Планируют вовлечь 20 тысяч человек. Хотим показать лицо, гражданское лицо нашего города Димитровграда. Что представляем мы с вами? Нашу гражданскую активную жизненную позицию. На встрече отметили, эта декада проходит параллельно с празднованием 70-летия Ульяновской области, поэтому ряд мероприятий посвящены юбилею региона. В дни НКО в Димитровграде обсудят законодательство, проведут заседания общественности, организуют часы духовности и встречи с молодежью. И большую роль в организации декады, в объединении общественных организаций вот этих играет, она всем нам родная уже, общественная палата, которая вот на сегодняшний день здесь проводит свое очередное заседание. Декада НКО завершится фестивалем «Калейдоскоп общественных талантов». Мероприятие пройдет 5 февраля в Драматическом театре. Юлия Лаптева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.